Во время визита в Лиду представители правления Белорусского фонда мира, его областной и районной организации вручили награды медикам Лидской центральной районной больницы. В рамках акции «Поклон вам, низкий, наши доктора» почетных грамот общественного объединения были удостоены заместитель главного врача по организационно-методической работе Елена Дапира и главная медицинская сестра Галина Костылева. Благодарность выражена старшим медицинским сестрам гинекологического и травматологического отделений Елене Котовой и Елене Зданович. Главный врач Лидской центральной районной больницы Вадим Трубчик награжден юбилейной медалью «Белорусский фонд мира 60 лет».